Вот что означает выражение «небо уходит». Вернее, горы уходят в небо. Какая красотища. Надо зайти сюда. Обязательно. Красота неимоверная. Тут даже вот джазовый фестиваль. Вселенная джаза, органная музыка. Прикольно. Да нормально, в принципе. Погода. Свежо, скажем так. Хорошо, хотя бы дождя нет. Но горы, которые в небо уходят, это, конечно, красиво. Теперь вон туда. Гуляй. Бродить и путешествовать. По Сахалину без этого. И вот это даже здесь. Вот скоро будет новый жилой комплекс. Мол, кепка все-таки нужна, потому что ветер как бы не сильно теплый. Но какая тут красотища. Тихий, спокойный райончик. Вот идешь себе такие милые дома с милой аллеей. Просто прелесть. Двухэтажки с березками. Ну, путь держим, Ситимол. Посмотрим, что там есть для кирухи. Опа. Нашел вот такой вот музей. Красивый фонтанчик. Так, вот там музей. Последний доллар. Международный театральный центр имени Чехова с фонтанчиком. А вот напротив дом родителей. Нам есть куда расти. Конечно, есть.
прикольный, конечно, парк. Развлечений для детей очень много. Там футбольное поле. Всякие избушки на курьих ножках, тиры. Треки даже, вон, рабочие еще. Американские горки скоро будут. Хороший большой парк. И очень-очень зеленый. Как раз крышу, которую строят, которую было видно без номера. Там какая-то горка в горах. Да и погулять, в принципе, по зеленому парку. На ночь глядя тоже неплохо. В горы, наверное, не пойду. Там, наверное, и есть та знаменитая железная дорога, на которой работают дети. А вот там, наверное, депо. Велопрокат. Прикольненько. Работает, кстати. Может взять покататься еще. Или это будет слишком? А там лес и горы. Да, это и есть та знаменитая узкоколейка. Тут еще зоопарк с прудом. Прикольно.
эта церковь вдалеке. Но это как раз тот же детский поезд, на котором дети зарабатывают. Фастфуд-зона вдалеке, детская же дорога. Можно купить билеты и прокатиться. Ведется набор на новый учебный год. Все-таки проедусь. Вспомнить детство. Пусть детишки работают.
подход к этому рано. Я думал, это церковь, это вообще выставка предметов быта, сделана в совке. Ну, мы не совкодрочеры, туда мы тоже не пойдем. Я как его покрутило, побросало дерево, блин. Кошмар. Ох, ничего себе, что нашел. Какой-то домик. Возможно, туалет. А там еще веревочный парк. Полазить можно. Веревочный парк. Ну да, Кирухи как полазить захочется. Наверное. Скалодром. Там вон еще что-то интересное. Зоопарком. Тропинки. О, Бальзак, наверное, пушки. Какие-то тут организовывают. Или не, просто лестница какая-то. Для спусков. Площадки. Прикольно. Какой-то праздник будет организовывать. А там вон начинается тропа развлечений. На этой тропе развлечений вот он как раз старт, и погнали. Все это бесплатные развлечения. Целых 20 штук. Тут лазить внутри, тут бегать по пенькам. Длина 15 метров, ширина 3,5, высота 3. Ну это понятно, бревна. Переправа через овраг. Ничего себе. Блокпост. Культура муза. Пойду сюда. Это крупнейшее событие страны, объединяющее любителей спорта, авиации и рок-музыки. Тут мамы с детьми маленькими могут покататься вместе. А здесь уже старенькие пердуны и пердушки.